Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале о женской красоте. В этом видео вы узнаете о сыворотках для ресниц. Буду благодарна вам, если вы досмотрите видео до конца. И если оно будет для вас полезно, то ставьте лайки, делитесь видео с подругами и подписывайтесь на мой канал. Сыворотки для ресниц – это косметическая новинка, позволяющая укрепить, восстановить после повреждений и ускорить рост ресниц. Принцип действия сыворотки заключается в глубоком проникновении состава, что позволяет пробудить спящие волосяные фолликулы, усилить кровообращение, обеспечить волос питанием. Основными действующими веществами в составе являются витамины и минералы, растительные вытяжки и экстракты, химические вещества, полученные в ходе лабораторных исследований. Вы недовольны своими ресницами? Все время пользовались недорогой тушью и ресницы потеряли свой прежний вид? Никакие средства не помогают восстановить ваши реснички. Вам приходится делать наращивание ресниц, но вы хотите свои собственные густые и длинные ресницы, то вы должны обязательно посмотреть видео о том, как можно очень легко и просто восстановить ваши ресницы. Это реальный опыт одной девушки. Ссылка на видео, как обычно, в описании. Я хочу вам рассказать о видах существующих сывороток. Питательная сыворотка. Она помогает восстановить волоски, заполняя их пористую структуру, подходит для использования после таких процедур, как наращивание и завивка, придает ресницам изгиб и ускоряет рост. Лечебная. Такая сыворотка используется для восстановления роста ресниц после гормональных сбоев, авитаминоза или воздействия внешних факторов. Основными компонентами таких сывороток являются натуральные экстракты. Активная сыворотка. Поможет укрепить ваши ресницы и активизировать рост волосяных луковиц. Купив сыворотку, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. В зависимости от назначения, они могут наноситься на ночь, под тушь или даже вместо нее. Приведу вам пример самых лучших сывороток, обеспечивающих рост и укрепление ресниц. Одним из лидеров рынка является сыворотка для ресниц Almea X-Flash Eyelash Serum. Она обеспечивает не только интенсивный рост, но и их затемнение. Шисейда Full Lash Serum. Шисейда – восстанавливающая сыворотка с аргинином. В состав также входит экстракт зизифуса, который обладает регенерирующими свойствами. Platinus Lash – новинка на косметологическом рынке. Помогает ускорить процесс формирования новых луковиц и разбудить старые. Укрепляющая сыворотка L'Oreal Renewal Lash Serum. Призвана быстро восстановить волоски после наращивания или завивки, известная двумя активными компонентами – экстрактом азиатской центеллы и аргинином. Практически уникальную по соотношению цена-качество сыворотку предлагает компания Evaline Cosmetics. Eyelashes Concentrated Serum Mascara Primer – 3 в одном. Она состоит из специально разработанного комплекса – Bio Restore Complex. Он основан на исключительно растительных компонентах. Сыворотка Vesayem Saemum Boosting Ampoule Mascara относится к лекарственным продуктам. Она не только предупреждает ломкость волосков, но и практически устраняет их выпадение. В растворе используются натуральные эфирные масла, а также растительные экстракты и вытяжки. Ксена Лаборатория Делашаюс. Биостимулирующая сыворотка украинского производства. Относится к органической косметике, так как практически полностью состоит из натуральных компонентов, используется как в виде профилактического продукта, так и в качестве лекарства от выпадения волосков. Сыворотка основа от Dior, Dior Show Maximizer, может использоваться под тушь или другую косметику, применяется для увеличения объема и густоты. Belita Vitex Premium. Белорусская сыворотка сочетает в себе восстанавливающее средство и активатор роста, способна возобновить фазу активного роста даже у спящих волосков. Сыворотка от Mary Kay Lash & Brow Building Serum подходит для ежедневного применения и профилактики выпадения и ломкости волосков. Хорошей заменой магазинной сыворотки может стать сыворотка, приготовленная в домашних условиях. Хочу с вами поделиться следующими рецептами. Сыворотка для роста ресниц. Смешайте чайную ложечку оливкового или кокосового масла, 2 чайные ложки сока алоэ, половину ампулы токоферола, чайную ложечку вазелина. Тщательно все взбейте. Храните в холодильнике не более одной недели. Для укрепления ресниц смешайте масла касторовое и эму по 1 чайной ложечке, кокосовое – пол чайной ложечки. Слегка подогрейте. Добавьте содержимое 2 капсул токоферола. Храните в прохладном месте, в емкости из темного стекла не более 2 недель. Для восстановления ресниц смешайте в равных пропорциях репейное и миндальные масла.
В заключение хочу отметить, что сыворотки для ресниц можно купить в аптеках, заказать в интернете или сделать в домашних условиях. Главное, чтобы они подействовали и оправдали возложенные на них надежды. Если видео было полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте читать комментарии под видео.